Нам прислали хомяка. Меня зовут Алиса, вы на канале Алиса и ЧПС, и сегодня у нас будет распаковка писем и посылок от наших подписчиков. И первая посылочка будет от Евы Грецковой из города Самара. К нам уже пришел котик. Котик предчувствует, что будут какие-нибудь вкусняшки, по крайней мере, на это надеется. Так что он будет распаковывать вместе с нами. Достаю, а внутри коробочка с сердечками, очень красивая. Итак, что же у нас тут в посылочке? Первое, что я нашла, это подарочек для Изи Розы. Гигиеническая помада с клубникой. Интересно, как она выглядит. Пахнет клубничкой, очень вкусно. Мама, это тебе. У меня, по-моему, такая же была с облепихой. Очень вкусная тоже была. Смягчает, защищает и питает. Клубничный рай. А кот Василий получает новую игрушку. Давайте ее сейчас откроем. Вася, не зря ты пришел. Смотри, какой замечательный подарок. Теперь тебе будет чем играться. Кот счастлив. Также всем прислали черничный йогурт, начинка. Шоколадка, мы так рады, обязательно съедим ее за чаем. Но сначала положим в морозилку, потому что, мне кажется, сейчас ее можно будет намазывать на хлеб. Я тебе так не скажу, потому что сейчас, сегодня, по крайней мере, прохладно, и, как я чувствую, она подплавилась во время того, как ехала. Кот оживился, когда я начала трогать шоколадку, облизывается. Она подплавилась во время того, как ехала, но сейчас она уже не жидкая. А после того, как ты ее пожамкала, ее точно можно намазывать на хлеб. Еще один подарочек для Изи Розы. Белоручка, крем для рук, смягчающий. И на нем нарисована девочка. Очень мило. Вася мурчит, сидит. А у меня крем с авокадо. Ой, а я сейчас прям попробую. У меня, несмотря на то, что жарко, почему-то руки сохнут. Наверное, потому что убираю хомяков. Вася, хочешь понюхать авокадо? Что-то у вас один глаз дергается. Видимо, он не любит авокадо. Зато какой красивый. Класс, спасибо. Розовый блокнотик. Smile are always is fashion. Улыбка всегда в моде. Алисе. Боже, я так рада. Он такой красивый, этот блокнотик. Переверни. Бумажку можно снять. Smile are always fashion. То же самое надпись. Что-то мне это на тетрадь смахивает. Так это тетрадь и есть. Да какой блокнот? Тетрадь прислали к школе. Да, очень красивая тетрадка. Спасибо большое. Наверное, возьму ее на историю или на общество. Тетрадь увидите в новых школьных влогах. Стикеры для Алисы. О, боже, они такие красивые. Они с пушинкетом. А тут есть большой стикер пончик и остальные закладочки. Вообще классно. Спасибо большое. Вася. На тебя похоже. Я вот думаю, точно хомякам что-нибудь прислали. Фанта, ну-ка проверь. Залезай, поищи, может тебе что прислали. Знаете, я сейчас подумала, люди точно, те, кто зашел вот на вот этом моменте, решат, что нам прислали хомяка. Ну-ка, Фанта, давай ищи. Ищи, есть что-нибудь хорошее? Взгляд Васи. Фанта, ты не нашла ничего? Давай мы тебе поможем. Давайте достанем наполнитель и последние конвертики, которые здесь есть. Еще здесь есть письмо. Еще конвертик. И все остальное это наполнитель и хомяк. Оу, я зря принесла Фанту. Ладно, Фанта, пойдем пока отдохнем до следующей посылки. Зато как она весело тут шуршит. Ей нравится. Ну, кстати, хомякам бумагу нельзя, можно только салфетки, и то сирийским. О, бумага пошла в ход. Еще один подарочек для Изи Розы. А
А маме прислали конфету. Шипучка. Это шипучка. Вот. Желтенькая шипучка. Это лимонад. Со вкусом лимонада. Ладно, на, понюхай. Все надо понюхать. Ну надо же. Подарок для Алисы Изи. А я открою одновременно для папы. Мне прислали шипучку со вкусом ситро, вишня. А папе тархун. Я не знаю, почему, но Вася каждый раз встает и нюхает. Спасибо. Спасибо большое. Классные конфеты. Сейчас я аккуратненько открою. Эти наклеечки самодельные. На них написано «Не корона, бро», «Цветочек» и «Be happy». Очень красивые. Спасибо большое. Это какой-то новый тренд? Напишите, что это значит. Спасибо, очень классный. Главное, на всех хватит. И теперь мы прочитаем письмо. Привет, Изи семья, меня зовут Ева. Я уже отправляла вам письмо. Помните? Когда у вас появилась Плюша, она сразу мне очень понравилась, так как мои любимые животные – это мышки и крыски. Обращение к зрителям. Подпишитесь на этот чудесный канал и поставьте много лайков. Вопросы. Кто Алиса по знаку зодиака? Я Дева. Есть ли у Алисы попыт? Нет, зачем? Какой любимый цветок у Изи папы? Нету мне цветков. Папа не любит цветы. Можно привет в видео? Да, конечно. Конечно же, Ева, передаю тебе огромный привет. Спасибо, ты подарила такие классные подарочки. Я просто балдею от этой тетрадки и этих стикеров. Мама уже намазалась всем, что ты ей прислала. Кот балдеет с игрушкой. Ну и папа, конечно, уже съел свою конфету. Как же без этого? И не только свою. Вот. Ну а теперь мы переходим к распаковке следующей посылочки. Следующая посылочка будет от Меньшиковой Насти из города Курска. Давайте ее скорее откроем. Я уже слышу, что здесь что-то шелестит. Какой-то корм прислали. Давайте все высыпем сразу мне на платье. О, зря я высыпала, потому что здесь что-то просыпалось. И у меня теперь на платье куча корма. Вот такой вот какой-то корм прислали. Ну, сейчас посмотрим, что это. Кот интересуется, здесь уже прислали ему какой-то подарок. Мясная коллекция, кролик в желе. Это, Вася, сегодня ты попробуешь обязательно. И еще ему прислали говядину в желе. Вася очень-очень рад, сидит, он будет теперь гладиться об эти пачки с кормом. И после того, как мы доснимем это видео, я обязательно ему что-нибудь дам. Также нам прислали вот такой вот чай для всей семьи попробовать. Обязательно попробуем, думаю, он будет очень вкусный. Нам очень часто присылают вот этот чай, потому что я говорю, что мне нравится чай из коллекции Earl Grey у разных торговых марок. Прислали слайм! Очень классный, я его, наверное, сейчас доставать не буду, просто так пожмякаю. Очень классный, очень приятный. И как я вижу, он там с блесточками, но сейчас не хочу пока вымазываться, так что обязательно его пожмякаю. Еще прислали кнопочку YouTube. Вы подписаны? О, классно! Коту она понравилась больше всего, он решил меня потрогать. Кот решил подписаться. Даже если у него лапки. Еще один подарок для кота Василия. Кот уже держит тебя лапой, чтобы ты не ушла с подарка. А ему прислали... А что это? Это был шарик на палочке. Сейчас я его привяжу, и снова будет шарик на палочке. Вот такая вот игрушка для кота Василия. Она во время транспортировки развязалась. Очень прикольная. Кот заинтересован. Ему очень нравится этот... Шарик, он шебуршит. Внутри стразики лежат. Но, честно говоря, мне немного страшно, если он вдруг разгрызет этот шарик, то кот будет внутри в стразиках. Ить. Кот зевает. Устал. Ужас какой. Вкусняшки Робиком. Им прислали какой-то корм. А эта пачка рассыпается. И здесь написано, что это корм для остальных хомячков. И
как я поняла, это точно такой же корм, как и для робиков. И напоследок мы нашли письмо. Привет, Алиса, Роза, папа. Я Настя, мне 8 лет. Я обожаю смотреть вас. Я больше люблю Фанту и Стешу Псешу. И у меня есть питомцы. 2 хомяка, Мися и Семечка. 1 рыбка, Арнольд. И 3 улитки. 2 в аквариуме у рыбки и 1 сухопутная уля. Письмо украшено замечательными наклейками с апельсином и букетом цветов. Спасибо, Настя, за замечательную посылку. Кот Василий счастлив больше всех на свете. Передаю тебе огромный привет. Ну а теперь переходим к распаковке следующей посылки. Следующая посылочка от Сурковой Анастасии из города Москва. Давайте ее скорее откроем. Высыпаю сразу все. О, Вася, прислали вкусняшку. Потрясающее лакомство. Здесь дримсы и к ним вот такая вот курица крем-лакомство. Вася. Вася, брось голубей. Бросай голубей, смотри, что тебе прислали. Смотри, что прислали. Вася, там голуби, тут вкусняшка. Смотри, вкусняшка. Поползли. Такая маленькая пачка, удобная. Ага. Вкусняшка лучше, чем голуби. Там она какая-то кремовая, я не знаю, как ее давать. Вот так. Вот. Сейчас. Подожди. Кот Василий. Кушаем вкусняшку. О, так. Аккуратно. Он пытался ее унести. Ладно, потом покормим кота этой вкусняшкой. Он безумно счастлив от такой вкусноты. Теперь посмотрим остальные подарочки. Подарочек для Изи Розы. Изи Розе прислали вот такой вот чай и конфетку. О, спасибо большое. Можно выпить чай и заесть конфеткой. Для крыс и хомячков. Вот такой вот подарочек. Очень красивый рисунок сверху. Открываем. А внутри червячки. Крыски будут очень-очень рады. Хомячки тоже. Спасибо большое. Для хомячков, для Йеннифер. Ну а здесь корм. Думаю, Йенни будет очень-очень рада. Подарок для Алисы Изи. Лаваш. Лаваш фруктовый из яблока. Я очень хочу его попробовать прямо сейчас. А Вася думает, что вообще-то это ему, потому что очень похоже на то, что он только что ел. Лаваш фруктовый из яблока никто из нас еще не пробовал. Я знаю, что есть магазин «Вкусвиль». Мы в Москве были, кстати, в нем брали что-то. Во влогах наших снимали. Но там, ребята, очень дорого. А, это пастила. Это пастила фруктовая. Не знаю, Вася считает, что это кошачий корм. Что ж, сейчас достану. Да, обычная пастила, очень вкусная. Взгляд Васи. Он расстроен. Это не корм. Вася вымазался, как поросенок, посмотрите. Кто вымазался? Иди умывайся. И еще мне прислали чай с ромашкой. Я как раз в своем инстаграме писала, что я люблю чай с ромашкой. Вот, мне прислали, спасибо большое. Ну а для папы самый большой конвертик. В нем... Папе прислали вот такой чай. И папе прислали чупа-чупс. Спасибо большое. А теперь прочитаем письмо. Кот медленно отполз в сторону окна, потому что голуби прилетели. Мы тут с котом сражаемся. Я у него пытаюсь отобрать бумажку. Он не хочет мне отдавать. Василий, бумагу есть нельзя. Отцепись, пожалуйста, отдай мне. Отдай, Вася. Вымазался, как замазурик. Очень ему вот эта штука понравилась. Здравствуйте, Изи Роза, Изи Алиса, Изи Папа. Меня зовут Настя, мне 12 лет. Я из города Москва. Мне очень нравится ваш канал и ваши питомцы. Особенно кот Василий, Фанни, Кузя, Умка, Пепси и Крыски. У меня есть питомец, сирийский хомяк бежевого цвета. Ему 1 год, 2 месяца и 7 дней. Его зовут Петя. Я перехожу в 6 класс, мне нравится заниматься фортепиано, рисованием, стрельбой из лука и шить кукол. У моего брата есть собака Сева и кот Тигра, а у бабушки есть кошка-мышка. Отправляю подарки вам, Васе и корм для питомцев. Передайте, пожалуйста, привет мне и моему брату Никите в видео. Спасибо. ПС и моему хомячку Пете. Спасибо за интересные видео и познавательные видео. Я смотрю видео с самого начала основания канала. У меня появился хомяк с помощью этого канала. Спасибо большое за все. До свидания. Но это еще не все. Внутри
есть разворот о хомячке. Это моя фотография моего хомячка Пети. Мой хомяк любит ваш канал, смотреть по видео. Мой хомяк любит всю траву из леса. Мой хомяк любит кабачок, морковь, капусту, свеклу и огурец. Любит вкусняшки и корм, любит песочницу и домик на первом этаже. Любит колесо, второй этаж. Любит ставить лайк на вашем канале. Спасибо, что прочитали мое письмо. Пожалуйста. И тут еще лайк и подпишись. Настя, ты написал очень познавательное письмо о своем хомячке, оно нам понравилось. Передаем привет тебе и твоему брату Никите. Спасибо огромное за замечательные подарки, которые приглянулись нам всем. Но на этом наше видео подходит к концу. О том, как прошло мое утро, посмотрите видео на канале Изи Роза. Всех очень любим, целуем всем, изи пока!